Спустя почти сутки на выходку чиновницы Одесского горсовета отреагировал мэр. Замначальника департамента предоставления админуслуг Диану Терновенко патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения. Женщина была под шофе и вела себя неадекватно. Сегодня на своей странице в Фейсбуке градоначальник написал, что подобное поведение недопустимо для работника органов местного самоуправления. И пообещал принять кадровые решения. Какие именно, не уточнил. Чиновница была за рулем Nissan Micra, а в салоне находился ребенок. Во время составления протокола женщина не стеснялась в выражениях и буквально поливала копов нецензурной бранью. Я сама возьму, сумку, дай ключи. Ты шо, я сейчас другим. Нас должна вещь. Ах ты, тварь. Пройти тест на алкоголь на месте чиновница отказалась, а поскольку в машине был ребенок, в райотдел ее решили не доставлять. Сейчас машина находится на штрафплощадке, и как вечером стало известно, полиция передаст дело в суд.